прям рядышком сидел. Так, всем привет. Второй ролик. Коротко, ясно, просто ответы на вопросы и какая-то новая информация. На нем я проехал за 2 недели уже. Так, 813 километров. То есть первое, о чем спрашиваю, это, смотря прошлый ролик, по поводу канала в Телеграм. Канала в Телеграме, их 2. Я даже сейчас покажу. Так, то есть вот первый канал. Это называется он Ninebot Max. То есть здесь идет почти вся движуха. Здесь вот отвечают на все вопросы. То есть есть какой-то вопрос, пожалуйста, напиши, тебе ответят там сразу же. А есть, так, ну вот я тебе даже подскажу. То есть вот этот чел, он молодой, что-то ему там лет 15, ну, 17-15, что-то, ну, такой, я не помню уже, что-то узнавал. Но он все время онлайн, он отвечает на все вопросы. У него тоже такой же электросамокат, только уже он у него сломанный, то ли что. Ну, недавно был, вот там с прошивками экспериментирует, но всегда отвечает. Так, вот у него сразу, да, группы у нас с ним одинаковые. А, канал еще один, это Ninebot Max Электроклуб. То есть, грубо говоря, заходите в Telegram, пишите Ninebot Max, вам выходят 2 чата. Ну и третий вот у нас там Market Электроклуб. Маркет Электроклуб – это, ну, магазин в Телеграме, кто торгует там самокатами, какими-то фишками для него, там, крыльями и прочее. Вот. Для чего нужен Телеграм? То есть вы зашли, когда после покупки выключили уведомления и все. То есть когда нужно, зашли, какие-то вопросы спросили, вам всегда на них ответят. А по поводу каких-то доработок отвечают, по поводу того, как пользоваться, как прошивку поставить, это тоже все здесь есть. То есть вот, в котором я чаще всего сижу, это Ninebot, не Электроклуб, а Ninebot Max. То есть у них здесь прямо в шапке, когда заходишь, тебе предлагают прочитать. Здесь есть, вон, простых, так, это правила чата, видео по механике, инструкция по прошивке, основная памятка, да. По поводу прошивки. То, что здесь в шапке, она не совсем актуальна, это немножко старая версия, но именно сайт для там, перепрошивки, для того, как этим заниматься. Проще зайти, конечно, в Telegram, спросить, киньте ссылку на прошивку, да, новую версию сайта, вам ее тут же отправят, как бы никаких проблем. Я спрашивал, почему не замените шапку, мне также в чате отвечали, что там надо переписывать полностью инструкцию и все остальное. Но там все легко, то есть вы зашли здесь, прочитали, зашли там, я этим пользовался, да, здесь он меняет скорость, ну, регион перепрошивает, но, например, я не смог поменять время старта и время круиз-контроля, когда включается, в остальном, пожалуйста, пользуйтесь. А, кстати, по прошивке Макса, на самом деле, делается все очень легко и нужно поменять, по сути, только несколько параметров. Вот телефон. Меняете максимальную скорость. Я менял задержку круиз-контроля и скорость старта мотора. То есть каждый пункт здесь расписан, какие менять можно, какие нельзя, то есть выше. Эту ссылку просите в чате на новый сайт для обновления. То есть максималка стоит 33, но он 33 ехать не будет, будет ехать 30. Задержку круиз-контроля я ставлю 3, потому что очень часто пользуюсь. И скорость старта мотора вот здесь вот. Скорость старта мотора, это где он трогаться будет, тоже на троечку, чтобы можно было с места почти со светофора трогать. Так, по поводу прошивки. Я свой перепрошил. Мой сейчас ездит на 100%, 30 км в час. Если включаешь дэшку, едет 25. После того, как батарейка немножко села, там 80%, все. Спорт режим едет 28%. D-режим едет 25-24, так же, как бы, никаких проблем. Ну, тут у меня еще кто-то узнавал поездки зимой и пробег зимой. То есть вообще, потому что самокат же выпущен был в конце прошлого года, осенью. Так, по поездкам зимой тоже были вопросы. Зимой едет он, конечно, меньше, но ездит. То есть в этом уже телеграме прямо скидывали фотки, когда я зашел, там узнавал. Потому что все его покупали еще в прошлом году, когда он стоил не 49, не 45, а он тогда стоил около 30 тысяч. И прям большинство ездило на нем зимой. Там есть прям даже видео на ютубе, если забить на Ninebot там зимой или что-то подобное. Но в чате прям их много таких видосов. Говорят, ездит спокойно в районе там 25-30 километров.
Ну, там и вес что-то около 80, там, парень был, говорит, зимой, да, прям по снегу. Не так, что зима, как там в Сибири, где раньше жил, там, минус 40, а вот там Москва, Питер, вот в такие зимы он едет спокойно 30 километров по пробегу, да. Насколько это убивает батарею, не подскажу. То есть кто-то ездил и в прошлом году зимой, и до сих пор ездит. То есть она все равно не убьется там за полгода, а самокату еще года, можно сказать, нету. А также узнавал по поводу перевозки в самолете. Если кому-то это интересно, в самолете, если куда-то полетите в другой город, перевозить его нельзя. Но мне скидывали ссылку на какую-то авиакомпанию, там во многих есть перевозка вот этих батарей, которые внутри, ну, то есть весь самокат, он обходится в районе 5000, ну, в другой город. То есть 5 € заплатил, тебе его отправили. Да, по поводу доработок, в прошлом видео говорил, что нужно делать гидроизоляцию, менять подшипники, что-то еще. На самом деле, все еще раз изучил, там спрашивал много у кого. По поводу поломок, гидроизоляцию почти никто не делает, потому что она заводская и вполне неплохая. Если просто кто-то, у кого руки не кривые или бабки есть, можно еще раз разобрать, сделать гидроизоляцию. А по поводу поломок, повторюсь, как в прошлом видео, прям подтвердили в чате об этом, очень часто кто пишет, очень много кто. Подшипники на переднем колесе ломаются в первую очередь, потом только на заднем. А стоят это в районе там 2000, если в каком-то сервисе, так они, если самому купить. Передние и задние, короче, одни они стоят 600 рублей, что-то я смотрел. Передние и задние вместе с сальниками, прям мне скидывали ссылки, я просил в Телеграме также. Это обошлось все около 1500, что-то такое, 1300. То есть передние подшипники, задние плюс сальники, чтобы просто дома самому все поменять. Так, по поводу пробега еще раз. Замерял на одном заряде, вот у меня 800 километров проехал, раза 2-3 прям замерял, сколько. Не вот не так, чтобы вышел из дома, а сел на него и там 3 часа ездишь. Нет, на протяжении дня, то есть я доехал до места от точки А до точки Б, там посидел, что-то поделал. Ну, так на протяжении дня без подзарядки его хватает от 40 до 50 километров. То есть я на нем выжимал 48 километров на D-режиме, когда без прошивки он ехал максимум 25. Сейчас на прошивке, где он ездит 30 километров, мне его хватало на D и S режиме 40 километров ровно, прям замерял. Утром выехал, в конце дня смотрю, вот уже домой еду, ноль. Все, уже прям возле подъезда, можно сказать, батарейка села. Хватило, да, ровно на 40 километров. Но это еще очень, ну, пользовался S режимом периодически. Если не брать в расчет то, что вы едете на нем 30 километров в час, то я думаю, до 45 километров у него 100% хватит именно по пробегу. А по поводу пробега, 45 километров — это если вы ездите с весом, ну вот какой у меня вес 95 плюс сумка, ну ой, 85 плюс сумка, то есть, ну, 90 килограмм. Короче, есть информация, у нас в Телеграме есть чувак, Чубака какой-то такой у него ник. Он купил себе Ninebot прошлой зимой и поменял батарею. Батарея стоит 30 косарей вместе с работой. То есть в чате ее все обзывают, как там, супер батарея 47 километров, которая максималку едет. Цена общая с самокатом, если его брать за 45, выходит в 70 тысяч рублей. То есть почему так? Берете самокат за 45, тратите на работу и на батарею 30 тысяч рублей. Дальше старую свою батарею, зарядку продаете, выходит общий самокат в районе 70. То есть батарею, говорят, вообще очень быстро уходит на Авито по 10к плюс зарядка, тоже в районе 2000. А, кстати, у меня же есть ссылка. Так, смотрите, вот зашел. Это заходите на сайт 4PDA. Тут, короче, Segway Ninebot Max. То есть, ну, можно зайти просто в чат, в Телеграме, попросить, вам скинут. Если я захожу на первую страницу, ой, на самую первую, то есть тут ниже есть апгрейд и тюнинг. Вот, как заставить Макса проехать 47 километров. Переходите по ссылке, здесь полностью инструкция с суммой, сколько это все выйдет. Ну, это, соответственно, без работы. Как это все делается, сколько батареек понадобится. И за счет такой мощной батареи он начинает ехать быстрее. То есть здесь есть все.
На самом деле, если хотите, то это можно сделать, если есть деньги. Выйдет в 70 тысяч рублей. Кому-то надо, кому-то нет, не знаю. За 70 тысяч, наверное, уже можно купить что-то на Авито поинтереснее, с амортизацией хотя бы. Так, дальше давайте. Так, что у меня тут еще? Про держатель руля, про сиденье. И как там про советы с изолентой. Ну, смотрите. По поводу держателя руля. Вот этот механизм, когда вы открываете. Очень часто прям в Телеграме у большинства просто слетает, прям ломается. Начинается люфт. Ну, вот у меня 800 километров проехал. Люфта. Ну, он совсем маленький, вы его даже сейчас не увидите. Но он есть. Маленький люфт есть. Советуют еще. Вот вы когда открыли. Ну-ка сейчас. Советуют еще вот сюда вот. Прямо сбоку. Блин, давайте поставлю. Так, советуют вот сюда вот изоленту. Обычную синюю. Так, кусочки. Два кусочка приклеить. Типа в чем-то помогает. Я не разбирался, это, если кому интересно. Тоже все в Телеграме. Вот это вот ерунда. Там, где болты, у многих ломается. Я его разбираю редко. У меня небольшой люфт. Когда люфт, нужно подтягивать их. Я пока что даже не подтягивал. Я вот купил и вообще еще ничего с ним не делал. Почти, сейчас скажу. А, про сиденье. В прошлом ролике говорил, что хочу сидушку. В итоге не купил. Говорят, что на инботовская, которая стандартная, их фирменная, говорят, что она сюда не подходит, но я не пробовал. Кто-то говорит, подходит, кто-то говорит, нет. Не знаю почему, но у меня еще женщина, она, короче, отговорила меня, потому что ей не нравится, потому что я буду говорить, ну, я буду выглядеть, как будто, не знаю, инвалид какой-то, как на коляске. Вот эти, кто на Куго ездит, ну, замечали, наверное, вот они сидят. Я-то еще большой, у меня рост почти 190. Вот они сели и как маленькие инвалидики на самокатах. Так что с сидушкой видосов не будет, потому что сидушки нет, и я ее вряд ли куплю. Плюс она сейчас стоит около 5 косарей. Но многие говорят, что удобно. Но в чате, кому я не спрашивал, прям хейтят. Говорят, что это, блядь, небезопасно, что там это не очень все. Но не знаю, если кому-то нужно будет, ну, купите, киньте там в комментариях что, хоть что-то. Я там свяжусь, думаю, что видео мне скинете, тоже выложу на YouTube, хоть, может, посмотрят, как это. Потому что, ну, мало информации, я даже не находил прямо на инбот с сидушкой. Короче, у меня же был M360 Pro, тоже много спрашивают, там кто-то пишет в комментариях под разными видео, ну не только у меня, я же разные смотрю, тоже читаю, сравнивают с 365 Pro. Еще повторюсь в этом видео, тоже как и в прошлом, что прошка очень крутой аппарат, мне его не хватало по пробегу. Но здесь пробег, конечно, поинтереснее, потому что теплопотери у Макса будет поменьше, а расчетный момент побольше. То есть с батареей тут как бы все круто. Плюс у Макса сердечник больше. Ну, само колесо тоже видно. Короче, у Макса сердечник больше. Может, кто-то видел, когда его разбирают. Но за счет сердечника намагничивание выше. То есть требуется меньше тока для достижения нужного момента. То есть разгоняется он быстрее. Он подрывает с места на спорт режим. Если его и там, и тут включить, Макс будет порезвее немножко. Ну и за счет этого, за счет того, что сердечник больше, намагничивание выше. То есть требуется меньше тока для достижения крутящего момента. По поводу скорости, да, тоже. Витков именно в моторе у Макса больше. От этого как бы у него скорость не такая высокая. Но опять же таки намагничивание зато больше. Так, давайте скажу про прошивку, про свой опыт. То есть многие спрашивают, хватает ли 30 километров пробег, ой, не пробег, а скорость 30 километров для города. Последние несколько комментариев прямо все хотят знать, что, какой пробег. Именно во многих видео там у Gadget Money тоже в комментариях писали, блин, 30 километров это мало, 25 это мало, хотя бы 40, там в районе от 40 до 50 было бы круто. На самом деле ни хрена.
На самом деле, ну, это не так немножко работает. Именно вот по дорогам общего пользования ездить может быть вот там в районе 50-60 на каком-нибудь Долтроне нормально. Но туда выезжать опасно. То есть там вас никто не ждет. Там мотоциклисты-то улетают через одного, потому что их не видно же. А самокатчиков, так вообще вот за последние сутки у нас в Екатеринбурге двое или трое разбилось. То есть один просто упал, второго машина сбила, третий на красный вылетел. Их просто не видят. А когда ты ездишь еще на самокате, который тебе дает скорость в районе 50 километров, так вообще у тебя начинает немножко мозг иначе работать, тебе хочется поднажать. То есть мало людей, которые берут самокат, который едет сотку, и гоняют на нем там 25-30 километров. Все хотят выжать по полной. А если ездить по тротуару, там, где люди ходят, это очень опасно смотреть. Много велосипедистов, много людей. А вот там идут, там ребенок. Да, ездить, вот особенно, когда вот такие вот детишки гоняют на всяких велосипедах, на самокатах, так они не едут. Ты вот едешь 100 метров и думаешь, вот он прямо едет. Потом у него что-то взбивает в голову, они начинают то вилять, то они просто падают. Короче, это очень опасно. Если ты едешь 30 километров, и ты уже ощущаешь по дороге, что, ну, это много надо сбавить, потому что, не дай бог, вот этот ребенок сейчас куда-то нырнет, кто-то из прохожих рукой начнет махать или еще что-то, потому что тебя не ждут, ты очень быстро двигаешься. Вполне, короче, хватает. Иногда, конечно, хочется на дороге втопить вечером, или когда нету машин, или когда в пробке стоят, видите, там на правую сторону втопить километров 50. Ну, нет такой возможности. Хотите, можете батарейку поставить большую. Ну и опять же, это Ninebot Max. У него нет амортизации. То есть кочки любые, еще что-то. Блин, руки отбивает. А не дай бог, где-то ты летишь вот на этом... Да, у него и колеса-то не очень большие, то есть десяточка. Представь, на этом ты летишь где-то по дороге, даже по пешеходке, либо там 50 километров в час. Где-то какая-то бордюрка, какая-то ямка, еще что-то. Ты голову себе сломаешь, но это надо. Хотите себе, ну не знаю, за полтинник возьмите Куга. Кто-то хвалит, но вот это вот ремонтировать. Я бы взял Куга, если бы у меня руки не жопы были. И гараж каждый день под рукой, чтобы я утром проснулся, все там подтянул, прокатился, вечером опять все подтянул, что-то подремонтировал и так каждый день. Но мне такое не нужно. И да, это непревзятое отношение к Куга. Посмотрите любые видеоролики. Я недавно смотрел про Куга М5 или М4 Pro. Чел его купил в магазине, пока ехал домой с магазина, у него колесо лопнуло. И они все хвалят, ну потому что, ну блин, ну ты потратил 25, он у тебя прет, полтинник и все круто. Тебе его как Ладу просто нужно все время ремонтировать. Или там пятерку какую-то старую. Тут каждому свое. Тут нет хороших, плохих самокатов. Есть за свои деньги что-то хорошее, что-то среднее. Нужно выбирать каждому свое.